равно творчество вообще, по-моему, идея очень клевая. Обычный ребенок, который есть в каждой семье, который привык там ко всем фотоаппаратам, телефонам, там, велосипедам. То, что он может пойти в какой-то кружок, где можно заниматься музыкой или еще чем-то, спортом. Вот здесь они, по сути, этого лишены. В первом классе появился первый велик. Вот я на нем научился. Потом я вот приехал в интернат, и здесь великов не было. А сейчас велик такой хороший. Очень рад. Сейчас проект состоит из трех частей. Это велоспорт, это музыка, это фотография. Первый раз, 2 года назад, я приехала в Сосновскую школу-интернат и увидела, что во всем интернате вообще нет фотоаппаратов. То есть дети, когда тут выпускаются, они не могут посмотреть, как они выглядели в 5 лет, или какими они были, когда пошли в первый класс, или как выглядела их первая учительница. И тогда мы решили подарить на весь интернат один хороший фотоаппарат. А потом к нам пришла идея, почему бы не подарить фотоаппараты детям, для того, чтобы они учились фотографировать. Мне кажется, что важно не только то, что мы учим детей фотографировать, важен сам момент общения, сам момент обучения, потому что к ним приезжают какие-то люди, которые с ними постоянно не находятся, это какие-то для них новые люди, новые эмоции, это общение очень важно. Дети, они хотят чему-то научиться, и надо правильно их направить. Но с огромным желанием приходят на репетиции, просятся, а когда мы будем новую группу создавать, давайте еще детский коллектив сделаем. И сам по себе проект развивается, и как бы не только уже отдел музыки, там и фотография, и теперь уже велосипеды. Очень много плюсов, и я думаю, что если проект будет расширяться и развиваться, это будет намного лучше, круче, и просто дети будут в восторге. Я стараюсь ходить на все концерты ребят, я была на многих репетициях, я их большая фанатка. Они действительно очень талантливые, и мы правда ими гордимся. Проблема в том, что в нашем обществе таких детей принято или не замечать, или бояться, а они не заслуживают ни того, ни другого. Они замечательные, и мы очень хотим сделать их жизнь лучше.